Сингоку Базаром, Самурай Хирос. Игра вышла полностью на английском языке. Сюжет игры рассчитан от 1 до 2 игроков. Рейтинг игры 16+. Игра вышла на PlayStation 3 и на Nintendo Wii. Битва при Сэкигахаре – одно из ключевых событий истории Древней Японии. Почти 15 тысяч человек сошлось в бою близ этого города, и именно там определялось будущее страны сакуры и самураев. Теперь у каждого есть возможность стать участником легендарного сражения и верной катаной или копьем пробить путь через ряды врагов императора. Больше дюжины персонажей и сотни противников ждут будущих героев в битве при Сэкигахаре. Сыграйте роль одного из героев, вдохновите на подвиг верных генералов и армию, побывайте в центре эпического сражения и перепишите историю Японии на свой лад. На полях легендарных битв героев ждут сотни противников. Непревзойденные мастера меча способны в одиночку выступить против целой толпы, побеждая противников с помощью комбо-ударов и суператак. На выбор игрокам предлагается 15 уникальных персонажей, каждый из которых обладает своими уникальными способностями и стилем боя. В сражениях воины могут биться в рукопашную и использовать мечи, копья, луки, ружья и многое другое. Все виды оружия улучшаются в процессе игры и обладают особыми способностями. В режиме Heroes Story каждое действие и решение игрока повлияет на ситуацию в игре и развитие сюжета в целом. Друзья станут врагами, а непримиримые противники придут на помощь в новой истории Сингоку Базара.